Михаил Игнатьев вошел в группу лидеров роста. По итогам 2015 года он разделил 40-ю и 41-ю позиции с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Улучшение позиции главы Чувашии связано с привлечением инвестиций в промышленность, налаживанием производства импортозамещающей продукции, открытием новых промышленных предприятий, усилением контроля правительства республики над потребительским рынком с целью сдерживания роста цен на социально значимые товары. Очень отрадно видеть позицию главы Чувашской республики на 40-41 позиции. Михаил Васильевич, собственно, сделал достаточно много, чтобы это было отмечено экспертами. Собственно, для республики действительно были приняты важные решения, и республика участвовала во многих программах. Я всегда отмечаю командный стиль работы главы, потому что у многих регионов не так слаженно получается реализовывать программы. Когда есть слаженная работа, тогда действительно успех не заставляет себя ждать. И мы видим, что Чувашия занимает 9-е место в национальном рейтинге по инвест-климату и привлекательности. И успех Чувашии отмечал лично президент Владимир Владимирович Путин.